Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Замоскворецкий, и сегодня мы поговорим про переименованные станции московского метро. Ну что ж, поехали. Первая у нас на очереди станция бульвар Рокоссовского, улица Подбельского. Станция улица Подбельского получила свое название в 1990 году, одновременно с ее открытием. Станция бульвар Рокоссовского, улица Подбельского поменяла свое название со станции улица Подбельского на бульвар Рокоссовского из-за того, что улицу Подбельского переименовали в Ивантеевку. Рядом с ней была расположена недалеко деревня Ивантеевка. Станция бульвар Рокоссовского из себя содержит небольшое ТПО, состоящее из станции метро бульвар Рокоссовского и пересадки на Московское центральное кольцо. Комиссия решила так назвать станцию бульвар Рокоссовского в честь великого полководца Рокоссовского. И следующая у нас на очереди станция Новоясеневская, раньше называвшаяся Битцевский парк. Станция называлась Битцевский парк в честь рядом расположенного Битцевского парка. Станцию Новоясеневская решили переименовать из-за того, что неподалеку в 2014 году строилась Бутовская линия. И решили присвоить ей название станции Битцевский парк. Битцевский парк, станция Новоясеневская, пробыла так до 2009 года. Затем переименовали ее в Новоясеневскую. Следующая станция – завод имени Сталина «Автозаводская». Станция «Завод имени Сталина» раньше так называлась в честь ближайшего завода ЗИС. В хрущевские времена среди излишеств таких красивых станций решили переименовать станцию в автозаводскую. Станция «Завод имени Сталина» носила свое название до 1956 года, затем была переименована в автозаводскую. Следующая станция у нас – улица Коминтерна, Калининская, Воздвиженка, Александровский сад. Станция получила название «Александровский сад» по недалеко находящемуся Александровскому саду. Станция улица Коминтерна так называлась с 1935 года по 1946 год. Потом была переименована в Калининскую, после чего переименована в 1990 году в станцию Воздвиженка, в 1991 году станцию Воздвиженка переименовали в нынешнюю нам знакомую Александровский сад Филевской линии. И следующая станция у нас Горьковская, нынешняя Тверская. Сначала станция называлась Горьковская из-за рядом находящейся улицы Горького, потом переименовавшую в Тверская. Дорогие друзья, я знаю то, что не все у нас станции в данном топе были произнесены, но все остальные станции, которые не были произнесены, я обязательно залью в свои YouTube Shorts. Если вам интересно, можете наблюдать. А на этом наш топ закончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарий. Всем удачи, всем пока!